Всем хай! Сегодня я у мамы ведьма, а вчера я потратила на косметику больше 20 тысяч рублей. Внезапно очень важный факт. Я покупала эту косметику, когда была в Германии, и тогда она вообще не продавалась в России. Но именно сегодня, блин, когда решила выложить это видео, я смотрю, что целая куча блогеров стали делать рекламу этого бренда. Поэтому наши мнения, естественно, будут отличаться, потому что в моем случае я заплатила деньги за косметику, а в их случае косметика заплатила им деньги. Ну, это нормально. Поэтому имейте в виду, почему отзывы могут так сильно отличаться у разных блогеров. Я только что потратила на косметику Селены Гомес 20 тысяч рублей. Испытываю от этого, ну, примерно абсолютный ужас, потому что это цена всего за 7 продуктов. Imagine 7 продуктов за 20. Но, что больше всего меня угорает, в магазах снимать нельзя. Это не Россия, тут как бы нельзя снимать, за это очень можно получить много пинков, а я так много внимания привлекаю. Поэтому я не сняла косметику, в магазине есть только пара фоток. Сейчас на вашем экране вы наблюдаете 20 тысяч рублей. Так выглядит косметика от Селены Гомес. Рейер. Кстати, небольшой маленький дисклеймер, это очень важно. Я абсолютно потрясающе отношусь к Селене Гомес. Я слушала ее песни еще со времен, когда они были вместе с Джастином Бибером. Боже мой, как давно это было. То есть как к исполнителю и как к человеку у меня к ней претензии абсолютно ноль. Но я не знаю, что из себя представляет ее косметика, потому что я буквально первый раз в жизни ее увидела. Я иду мимо косметического магазина. Да, это топ Левелик на 100-500 миллионов размеров, поэтому он закреплен таким образом. Иду, короче, по местному какому-то косметическому магазину, иду, вижу постер Селены Гомес, оборачиваюсь и понимаю, что это та самая ее косметика. Я рассказала об этом в Инстаграме, и меня, ну так скажем, предупредили многие, что косметика, скорее всего, мне не понравится, и я ее закритикую. Также меня предупредили, что, скорее всего, из-за того, что я буду критиковать косметику, если она мне не понравится, а она, скорее всего, мне понравится, по словам тех, кто мне об этом написал, меня захейтит. Так что морально я готова к хейту, видите, у меня сегодня похоронный лук достаточно, я сегодня мам-ведьма, поэтому, ну... Если вы будете меня ненавидеть за то, что я скажу, что косметика плохая, если она будет плохой, то welcome. Ну, а если она кажется хорошей, ну, я об этом скажу. Не знаю, чего ожидать. Итак, обзор на косметику Селены Гомес. Первое впечатление от коробочки косметики выглядит так, как будто это косметика, какие-то аптечные средства. Но согласитесь, оно выглядит, ну, прям как будто это мне в аптеке рецепт выписали на то, чтобы стать красивой. Я такая, ладно, я занесу вам все мои деньги, поэтому вот так. Здесь у нас есть с вами тон, консилер. Кстати, тон и консилер самых светлых тонов. Короче говоря, косметика Селены, она с таким вайбом, что она подходит даже для суперсветлой кожи, поэтому будем тестировать. Я не суперсветлая, но кого это волнует? Потом у нас здесь с вами хайлайтер, который типа супер-мега-хит. Здесь у нас что-то для губ, румяна. Я просто не помню, что здесь. Здесь у нас подводочка и здесь у нас штука для бровей и для чего там еще. Конечно же, прежде чем делать макияж, нужно позаботиться о том, чтобы кожа была достаточно увлажнена. И для этого я буду использовать средство из новой коллекции Coco Water Mix It, которое создано для всех типов кожи, включая комбинированную, и поддерживает ее здоровое состояние. В составе продуктов находится кокосовая вода, экстракты кокоса, арбуза, дыни и гиалуроновая кислота. Они обеспечивают антиоксидантную защиту, глубокую витаминизацию, легкое комфортное увлажнение, восстановление и бережное очищение кожи. Конечно же, это дает также абсолютно невесомая гелевая текстура крема, впитывается уже при нанесении, оставляя приятное ощущение увлажненности и ухоженности. Ссылочку на новый продукт, ссылочку на продукты я оставлю вам в описании, обязательно чекните. Начнем с тонального крема. Открываем. Кстати, упаковки немножко помялись, но я ничего не доставала, потому что пока я перевозила их, все перевернулось. Это самый светлый оттенок, называется 110N, если это кому-то о чем-то скажет. Сам тональный крем выглядит так, максимально минималистично, звучит потрясающе. И он вот с такой вот четкой. Не знаю, что делаю. Буду наносить тон привычным мне способом, то есть пуховкой от Кушона. Ничего не делаю для себя необычного. Сразу скажу, что насчет самого светлого оттенка я бы, конечно, сильно поспорила, потому что, ну, буквально это не тянет на самый светлый оттенок в мире. У той же самой Рианы палитра более светлых оттенков гораздо более светлая. Что-то пока как-то очень странно ложится. Я, конечно, наносила без базы, но, ребят, пардон, но я всегда наношу косметику без базы. Я крайне редко пользуюсь базой под тон, и вы сами этому свидетели. Не хочу критиковать преждевременно, но кажется, это фигня. Я надеюсь, вы видите то, насколько сухо он лежит. Он все подчеркнул. Посмотрите, он подчеркнул все абсолютно шелушение. Я еще его тонулком не нанесла, но посмотрите, тут все просто перечеркнуто, подчеркнуто, выглядит странно. Я, конечно, все понимаю, но это я не понимаю. Явно этого недостаточно. Добавим еще. А что, если его руками попробовать растушевать?
Пока я пытаюсь справиться с этим странным тоном, потому что он буквально по консистенции супер странный. Imagine, он вообще не похож ни на один другой тон, который я когда-либо пробовала. Ладно, я устала это делать пальцами. Некоторые люди иногда меня упрекают в том, что к некоторой косметике я отношусь критично, а к некоторой достаточно снисходительно. Давайте пока я пытаюсь с этим всем разобраться, я немножко вам поясню. Когда я делаю обзор на какую-то дешевую косметику, которая стоит, простите, 3 копейки, я не жду от тональника за 200 рублей результата тональника за 5000. То есть я не сравниваю косметику бюджетную, там, не знаю, с профессиональной косметикой, которую себя зарекомендовала. Потому что это априори абсурд. Когда ты сравниваешь что-то, ты должен сравнивать в рамках определенного сегмента. И, естественно, когда я говорю про какое-то дорогое средство, я от дорогого средства ожидаю качества на голову выше, а то и на 3 или на 4, потому что именно такая разница в цене в несколько раз, чем от средства из бюджета или из масс-маркета. Поэтому данный тон, ну, честно скажу, как бы, я даже не знаю, с чем сравнить и как это все описать, потому что я все еще люблю Селену и все еще не хочу говорить плохо о ее продуктах, но тон дерьмо. Ну, типа, это факт, все. А теперь я объясню, почему дерьмо. Подчеркнуто просто все. Каждая точка на моем лице, во-первых, не перекрыта. Видны все изъяны, и они подчеркнуты. Все только подчеркну. Возможно, мне сейчас кто-то скажет, а что ты пушовкой, а что-то пуховочкой откушен, да, его растушевывал. Ребята, то же самое, что я бьюти-блендером делал, просто мне удобнее такой формы, все, никакой разницы нет. Я все абсолютно тонаки вот этим вот растушевываю, все. Ладно, давайте посмотрим на консилер, может быть, он будет лучше. Консилер. Упаковка абсолютно такая же, минималистичная. Честно говоря, мне очень нравится дизайн. Здесь вот такая вот плоская пипочка, если на тонаке она круглая и вот такая, то здесь она приплюснутая. Очень мило выглядит. Оттенок это точно такой же, поэтому он должен быть, по идее, самым-самым светлым. Тоже вот с такой вот штукой. Наношу консилер так, как я его обычно наношу, и немного наношу вот сюда вот для коррекции чисто лица. Но, скорее всего, никакой коррекции не будет, потому что оттенки буквально одинаковые, что странно. Ибо когда обычно ты берешь самый светлый тон, все-таки консилер еще светлее обычно бывает. А здесь... Подождите, они же вообще одинаковые. Они вообще не отличаются. Так, ну здесь я растушую пальцами. Ладно, как говорится, зря быканул, извините, он все еще светлее. Хоть и в тубе кажется абсолютно одинаковым. Вот тут, признаюсь, мой косяк. Могла бы вырезать это на монтаже, но мы же с вами записываем первое впечатление, поэтому ничего не буду вырезать. Вот как есть, так и есть. А здесь, чтобы скулы скрыть. Признаюсь, консилер хороший, к нему у меня претензий правда нет, все с ним потрясающе. Даже не знаю, что еще сказать про консилер, который хороший. Попробуем некое средство типа для бровей. Почему типа? Потому что в целом не до конца понятно, что это такое, ибо выглядит оно вот так. Средство из нескольких частей состоит. Раз. Или только раз. Раз. Извините. Из минусов, конечно, как бы это сказать, цвет-то вот вообще не мой. Ну, что ж. Блин, цвет не мой, но ставлю сразу автоматом лайк, ребят. Посмотрите, как круто перекрасилась моя бровь. Не, в целом, я даже не против, что это не подошло мне по цвету, что оно не серое. Потому что, правда, вот эта вот штука для бровей, она перекрашивает и выглядит очень естественно. Оно очень хорошо фиксирует, оно очень хорошо перекрывает. Конечно, консультантка меня обманула, потому что сказала, дайте мне по цвету подходящий для моих бровей. Она зачем-то дала это. Но это уже на ее совести. Здесь косметика ни при чем. Ладно, я буду это использовать, когда мне нужно будет делать какие-нибудь макияжи и перевоплощения с такого цвета бровями. Вы знаете, я сейчас отошла к окну, чтобы посмотреть на свою кожу, и я в абсолютном ужасе. Потому что, по-моему, это самый худший тональник из всех, что я когда-либо пробовала. Чтобы вы понимали, моя кожа хорошо увлажнена, она без высыпаний, то есть у меня, простите, пожалуйста, но очень хорошая кожа. И на моей хорошей коже, когда я вижу то, что все лежит вот этими вот крапинками, у меня очень много вопросов к составу. Дорогой, а что с тобой не так, что на моей коже ты вот такое делаешь? Серьезно, для кого? Может быть, он, конечно, подойдет обладателем супер жирной кожи, но я хз, он... Просто плохой. Я в ужасе. Дальше у нас румяна. Эти румяна можно использовать как на глаза, так и на щеки. В целом концепция Селены Гомес косметики в том, что natural beauty, все такое, подчеркиваем нашу естественную красоту. Соответственно, будем подчеркивать. Но у меня вопрос вот
к дизайну. Я что-то даже не ожидала, потому что в магазине я не видела, как выглядят румяна, они лежали там вот так. Так как это румяна кремовые, их рекомендуется наносить пальчиками, соответственно, набираем на пальцы и переносим себе на щеки. Ой, очень приятная текстура. Оно прям, знаете, как мусс, оно реально тает на коже. Вот ты вот только-только наносишь, и у тебя сразу очень естественный в жизни румянец. Мне нравится. Мне очень нравятся эти румяна. Также нанесем их на глаза. Для естественного макияжа такая техника очень, конечно, кайфовая. Когда вот так вот сочетаются румяна и глаза, когда мы говорим про натуральный, безусловно, макияж, не про креативный, оно выглядит, знаете, как будто все находится в единой картине, в общей куче. Вот просто посмотрите, оно бац, и сразу все сгладилось. Очень симпатично. Еще есть приятное, я как поняла, их можно наслаивать, потому что когда наслаиваешь, цвет становится ярче, при этом ничего не скатывается, что очень хорошо. Следующим этапом у нас будет хайлайтер. Проверим его. Вот так вот он выглядит, прям как тональник. Вот был тон, вот хайлайтер. Так, вот так. Цвет такой красивый. Еще попробуем его хорошо еще растушевать и не убить тоном. Нанесем, I guess, сюда. Вот сюда. Ну, куда еще? Сюда мне не нравится наносить, но пока на этом остановимся. Растираем. Ага, все румяна он сожрал. Здесь были румяна, там, где были румяна, румян больше нет. В принципе, валидно. У нас на кончик. И вот так постараюсь вбивательными движениями, не растирающими, проверить. А, в чем прикол-то? Где хайлайтер вообще? Вы видите хайлайтер? Потому что я как будто увижу, но в целом не вижу. Я вижу только то, что она румяна съела, которые мне, кстати, понравились. Я ничего не понимаю, почему так. Еще у меня есть подводка. Как же без подводки? Если подводка окажется хренью, я вот сейчас буду очень расстроена. Выглядит так. Необычный, на самом деле, дизайн. Внутри достаточно плотная большая кисть. Вроде как достаточно тонко рисует. Делаем мои классические большие широкие стрелки. Чтобы все было нечестно, ничего нового изобретать не будем. Если что, у меня на канале есть огромный туториал по рисованию вот этих вот стрелок, даже для самого сложного, новейшего-разного века. Смотрите канал, учитесь, потом присылайте ваши фотографии с вашим успехом, потому что это абсолютно лучшее видео на всем Ютубе. Когда я рисовала эту стрелку, я прошла все стадии принятия, которые возможны. Сначала мне показалось, что это самая лучшая в моей жизни подводка. Потом мне показалось, что она вообще ничего не может. Потом мне показалось, что я ничего не могу. Но потом поняла, что она просто нормальная. То есть, знаете, скажем так, подводки... Да не то, что даже такого плюс-минус сегмента, а вообще достаточно самого бюджетного сегмента сильно реально лучше, чем... Потому что, во-первых, посмотрите, она здесь скаталась. Но не должна подводка в течение нескольких минут себя так вести. Потом здесь какое-то непонятное пятно образовалось. Потом, в чем проблема? Но здесь, возможно, проблема моих рук. Очень тяжело нарисовать именно тонкий кончик. Вот чтобы сделать супер тонкий кончик, нужно реально очень сильно приналовчиться. Что ж, посмотрим, как это будет вести себя дальше, пока накрашу второй глаз. Для меня самая легкая часть в рисовании стрелок — это рисование внутреннего уголка глаз. Я не понимаю, почему оно такое ублюдское получилось. Ага, вот она проблема, ребят, видите? Сейчас я пытаюсь закрасить этот вот глаз, покажу вам поближе, и оно как будто закрашивает очень странными полосами, то есть... Как будто идет не единая закраска, а кусками. Видите, как она полосит? Блин, я реально надеюсь, что вы это видите, и что вам не кажется, что мои обвинения голословные. Все же хорошо. Сейчас меня многие будут ненавидеть, ребят, но сколько я не пыталась нарисовать эту стрелку нормально, она уходит. Я перерисовывала эту вонючую стрелку 500 раз. И каждый раз я наношу сюда, и она вот так вот стекает. Я не знаю, что делать с этой стрелкой. Давайте нарисуем ее еще один раз. Ну что это изменит? Это уже ничего не изменит. Пока вот я сейчас посижу, покрашу ресницы, так как в коллекции не представлена была тушь, она только для онлайн-продаж, а не для офлайна, я покупала в магазине. Когда я делала несколько лет назад обзор на косметику BTS BT21, я очень сильно боялась делать обзор, потому что я боялась, что косметика будет дерьмо. И если вдруг, там, не знаю, косметика от самих BTS окажется не очень, ну, понятное дело, что там меня возненавидят просто все.
Я реально боялась в тот день. А потом, когда я открыла эту косметику, я поняла, почему я боялась, ведь это же группа с мировым именем. Соответственно, они же никогда не смогут армию как-то обмануть и сделать плохую косметику, чтобы в них наживиться. И когда я действительно открыла, что у меня там первое было, не помню, тон, по-моему, тоже. Нет, у меня там была зеленая база, если не ошибаюсь. Короче, не помню, что у меня там было. А, отбеливающая база, простите. Я поняла, что да нет, косметика нормальная, ребят никогда бы не подставили так себя и своих фанатов. И когда я покупала косметику Селена, которая, кстати, дороже, чем косметика BTS вышла, гораздо дороже, я была уверена в том, что, уж американцы тем более не могут сделать отстойную косметику, потому что у них-то в этом вообще огромный опыт, чего стоит только американский Colourpop, Morphe, там, Kylie, целую кучу всего, сами знаете. И сейчас, когда я всем этим крашусь, я правда не знаю, что говорить и как на это реагировать, потому что косметика очень дорогая, но... Это просто полный отстой. Все блестит, все скатывается, ничего не держится. Со стрелками вообще происходят какие-то метаморфозы отвратительные. Возможно, скажете, я тупая, я нанесла типа подводку на кремовые тени, но они впитались, они буквально сухие. Тут сейчас нет никаких отличий от любых других теней, которые сухие, потому что, все впитывается. И мне так грустно того, что мне так много людей написали, что косметика не очень, скорее всего, расстроюсь. И оказались правы, потому что я была уверена, что, возможно, просто кому-то не подошло, но косметика норм, но она объективно слабая. Я очень грустная, но осталась помада. Я выбрала этот цвет, потому что мне очень понравился, посмотрите на него, он очень классный, и самое то на осень, и таким образом он тоже клевый, но я уже от него вообще ничего не жду, поэтому просто грустно накрашу свои губы и скажу, что я думаю. Обязательно с этого момента досмотрите видео до конца, потому что там будет неожиданный фан-фэк про косметику. Ладно, все хорошо. С губами действительно все хорошо, к этому у меня претензий нет. Но подводя общий итог от 1 до 10, этой косметики я ставлю 3. Ставлю 3 из 10 только потому, что неплохая помада, неплохой консилер и неплохое средство для бровей. Все остальное это просто можно, знаете, взять, спокойно выбросить в мусор и забыть про это как страшный сон. Особенно я разочарована от хайлайтера. Мне говорили, что хайлайтер типа там прикольный, но, знаете, есть хайлайтер от Рианы, вот он прикольный, и есть хайлайтер Rare Beauty, который незаслуженно стоит так дорого. В принципе, можете меня ненавидеть, я к этому готова. А кто меня ненавидит, спасибо большое за то, что вы понимаете, что не было у меня цели негативно относиться к этой косметике или наоборот позитивно. Я просто сделала на нее обзор как покупатель, который потратил на это, 20 тысяч. Прошло 2 часа. Короче, ребят, это полная жесть. Тональный крем такое ощущение, как будто впитался в мою кожу. И просто сейчас лежит вот таким вот странным суперслоем. Стрелки, я вообще не понимаю, что с ними происходит. Они как будто распадаются. То есть, знаете, они просто буквально распадаются. Они как будто рассыпаются на глазах. Хотя с момента, как я сняла видео, прошло не больше 2 часов. То есть я вот сняла видос, я там, не знаю, пошла заниматься своими делами, подхожу себя к зеркалу и просто умираю. Что это такое? Я не понимаю. Почему? Понятно? Ничего не понятно. А вот небольшая подборка того, как выглядит тональник через 2 часа. И обратите внимание, его как будто просто нет. И вот что происходит со стрелкой, примерно уже скоро. Если что, брови я сама стерла. Недавно я была в салоне, куда ходит инстасамка, и сделала на него обзор. Хозяйке салона это очень не понравилось, и она решила выставить все так, якобы я в этом видео вру. Обманывают. Высосать из пальца нужно, обмануть нужно, создать сенсацию нужно. Кто ты? Ты никто. Не улыбайтесь здесь, не видите себя как лизоблюдки. Нет, ладно, я не буду просить прощения, потому что я не чувствую себя виноватой.